В эфире «Петровка-38», в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. На севере Москвы наркополицейские задержали подозреваемых в распространении героина и метадона. Мужчины очень не хотели попадаться с поличным, поэтому попытались скрыться, но потерпели фиаско. Задержан за что? За наркотики. Конкретно. Что делали с наркотиками? Закладки. Делали закладки, да? А началось все с того, что оперативники получили информацию о том, что двое мужчин могут быть причастны к торговле запрещенными веществами в Москве и в Московской области. Информация подтвердилась. Во время личного досмотра у одного из задержанных были обнаружены и изъяты свертки общей массой более 50 граммов. Исследованием установлено, что изъято является наркотическим средством метадоном. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили свертки с наркотическим средством героином общей массой уже более 300 граммов, которые злоумышленник успел выбросить. Оба приятеля уже отправились в следственный изолятор. В ближайшее время их ждет суд. Нетривиальная кража в подмосковном Ступине. Там двое приятелей опустошили несколько гаражных боксов, вынесли все, что плохо лежало, от металлолома и электроинструмента до удочек. Злоумышленники продумали пути отхода и нашли, куда спрятать похищенное. Для этого им даже не пришлось покидать место преступления. Алла Смотрикова все расскажет. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения двое мужчин посреди ночи не спеша выносят вещи из гаража. На первый взгляд кажется, что молодые люди просто перевозят имущество, но на самом деле этот бокс им не принадлежит. Соответственно, и все, что они выносят, тоже. По имеющейся информации, в феврале текущего года злоумышленники болгаркой спилили замки с ворот и проникли в гаражи, расположенные на улице Овражной, откуда похитили электроинструменты, автозапчасти, удочки, бытовую технику и другие вещи граждан. А вот тот же гаражный кооператив, но уже через несколько дней. Злоумышленники грузят похищенное в «Газель» и увозят. Оказалось, что похищенные вещи не покидали территорию кооператива. Злоумышленники перенесли их в свой гараж, который находился рядом. Воры решили, что в соседних боксах искать украденное точно не будут. Они выждали несколько дней, а затем перевезли чужие вещи в другое место. Полицейские вычислили и задержали обоих злоумышленников. Ими оказались 23-летние местные жители. Один из них уже был судим за точно такие же преступления. Подпитывались к электричеству и срезали замки. Что вы похищали из гаражей? Все, что видели там, все, что лежало, почти все сразу брали и относили. Часть похищенного мужчины успели продать, а некоторые вещи полицейские обнаружили в другом гараже злоумышленников. Куда в дальнейшем выдевали похищенное имущество? Переносили в свой гараж. С какой целью? За цель дальнейшей продажи. Изъятые вещи вернули их законным владельцам. Обоим задержанным за серию краж грозит внушительный тюремный срок. Алла Смотрикова, Алексей Качкин, Петровка, 38. Экономические полицейские провели спецоперацию в республике Северная Осетия Алания. И результатом стал крах алкогольной империи, которую создал один из местных жителей. В свою команду он взял верных друзей и продавал пойло только проверенным клиентам. Однако теперь участники алкосхемы дают показания следователям. Бутлегерам грозят тюремные сроки. Обо всем по порядку. Максим Ларин. Регулярные поставки проверенным клиентам. Под таким лозунгом готовил свою продукцию предприниматель из Северной Осетии вместе с приятелями. Самодельный алкоголь бутлегеры сбывали практически по всему Северо-Кавказскому федеральному округу. Троих коммерсантов, в том числе лидера банды стражи порядка, задержали с поличным, когда они пытались продать очередную крупную партию спиртного. Кроме того, оперативники обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Всего из незаконного оборота изъято более 17,5 тысяч бутылок с алкоголем, 10 тонн спиртосодержащей жидкости, 15 тысяч поддельных федеральных специальных марок, а также документы и предметы, имеющие доказательственное значение. Стражи порядка провели небольшую экскурсию по местам, где злоумышленники делали миллионы. Тут в контейнерах смешивалась основа, то есть концентрация спиртом, краской доводилась до нужной кондиции. О санитарных нормах говорить не приходится, однако это никак не влияло на работу подпольного завода. Клиентов было хоть отбавляй. Об этом свидетельствуют масштабы производства и записи черной бухгалтерии. По предварительным подсчетам, бутлегеры смогли заработать десятки миллионов рублей. Стоимость только изъятой партии порядка 8 миллионов. Стражи порядка устанавливают покупателей алкогольной продукции. Задержанным же грозят вполне реальные тюремные сроки. Максим Ларин, Денис Бушуев и Константин Иванов. Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий.
Тольятти таможенники задержали крупную партию автозапчастей, которые были ввезены из Казахстана. Предприниматель не смог подтвердить, что он владелец товара. Необходимых документов у него не было. Суд признал запчасти бесхозными и обратил их в собственность государства. Сотрудники таможни передали изъятое на нужды СВО. Полицейские Владивостока задержали серийного домушника, который орудовал в городе 2,5 года. За это время он побывал по меньшей мере в 11 квартирах и забрал чужого имущества на 1,5 миллиона рублей. Оказалось, что мужчина уже отбывал срок за серию таких же преступлений, только орудовал он в Москве. Теперь рецидивист ждет нового суда. В Тульской области пьяный мужчина поджег строительный мусор в подъезде жилого дома. Начался пожар, в котором погибла 60-летняя женщина. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Также стражи порядка выяснили, что похожие поджоги произошли еще в 3 домах. Имеет ли к ним отношение задержанный, сейчас выясняют. Житель Кемеровской области хотел преподнести своей девушке сюрприз, а в итоге рискует отправиться за решетку. У молодого человека не хватало денег на подарок, и он решился на грабеж. Отчаянная идея себя не оправдала. Влюбленного задержали полицейские, и свидание пришлось отменить. Как романтический жест подвел под статью, знает Денис Бушуев. Ради любви этот мужчина готов на многое. Он назначил девушке свидание, а вот с подарком вышла незадача. Денег на него не было. Тогда кавалер отправился в ломбард. Однако сумма, которую сотрудница предложила за гаджет, мужчину не впечатлила. Я раз сказала вам, два сказала, что вот такая оценка. Вас опять не устраивает. От досады посетитель со всей силы ударил по витрине, и она открылась. Упускать такой шанс мужчина не стал. Схватил 2 смартфона и убежал. Сотрудница ломбарда сразу же позвонила в полицию. Полицейские со слов заявительницы составили ориентировку с приметами злоумышленника, которые передали всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации. Уже через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Грабителем оказался 32-летний местный житель. Выяснилось, что он был пьян. С награбленным мужчина, видимо, направлялся в следующий ломбард, чтобы выручить сумму побольше. Но полицейские задержали его раньше. Похищенные смартфоны в тот же день вернули потерпевшей. Я обратилась в органы полиции, и сотрудники сразу же его поймали по горячим следам и изъяли у него 2 телефона похищенных. То есть огромное им спасибо. Теперь свидания у неудачливого кавалера будут разве что в тюрьме. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж. Денис Бушуев, Алла Смотрикова, Петровка, 38. В Самаре завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на ювелирный салон. Добычей грабителя стали украшения более чем на 1 миллион рублей. Злоумышленник пришел в магазин поздно вечером в ноябре прошлого года. Он с порога достал газовый пистолет и стал угрожать охраннику. Затем налетчик выбрал самые дорогие украшения с бриллиантами. Потом разбил витрины молотком, сложил ювелирные изделия в сумку и скрылся. Охранник попытался задержать злоумышленника, закрыв перед ним стеклянную дверь. Но молодой человек, наставив на него пистолет, разбил молотком дверь и скрылся. Полицейские отследили путь злоумышленника до его квартиры и задержали мужчину. Им оказался 25-летний местный житель, инженер одного из местных заводов. Руки за голову! Дома у задержанного обнаружили и изъяли пистолет, металлический молоток, подставки и пломбы от украшений, а также 15 бриллиантов. Часть похищенного на сумму 300 тысяч рублей мужчина сдал в ломбард. Уголовное дело по факту разбойного нападения направлено в суд. Зарабатывать криминальной деятельностью решил житель Ярославской области. Он устроился в интернет-магазин. Деньги текли рекой, правда, недолго. Оказалось, злоумышленник на своем дачном участке в городе Рыбинске варил мефедрон. Люди в форме пришли домой к молодому человеку без приглашения, а он их встретил без радости. Задержан, подозрение в законном оборот наркотиков. Анонимные работодатели присылали ему оборудование и ингредиенты для изготовления наркотика. Готовые зелья молодой человек потом должен был оставлять в тайниках-закладках. Подозреваемый организовал нарколабораторию по производству синтетического наркотика, который был предназначен для дальнейшего сбыта путем оборудования тайников. Оперативниками изъято лабораторное оборудование, химические реактивы, а также 2 свертка с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство мефедрон. За производство наркотиков задержанному грозит внушительный тюремный срок. 27-летний молодой человек заключен под стражу. А у меня на этом все. До встречи.